В немецком Мюнхене завершается приготовление к конференции по вопросам безопасности, которая стартует завтра. Среди гостей президент Украины Петр Порошенко. Одна из главных тем – это ситуация на Донбассе. В Бундесвере уже заявили, что рассчитывают на участие немецких военных в составе миротворческой миссии на востоке Украины. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Мюнхенский отель «Баварский двор» в оцеплении полиции. Гостиницу, традиционное место проведения конференции по вопросам безопасности и соседние кварталы охраняют 4000 полицейских. Мюнхенская конференция с каждым годом становится все более представительной. В этом году в столице Баварии ждут 500 гостей. Среди них президенты, премьеры, министры иностранных дел, руководители ООН, ЕС и НАТО. Организаторы встречи такую авторитетность конференции объясняют так. Мир становится все более небезопасным. Тем много: от стабильности Евросоюза после выхода Великобритании и новой политики США под руководством Дональда Трампа до войны в Сирии и, как следствие, миграционного кризиса. Такое впечатление, что мировой порядок разваливается, и сложно что-либо этому противопоставить. Поэтому я повторю то, что уже говорил в прошлом году. Я не помню более потенциально опасной фазы, чем сейчас. Обсудят в Мюнхене ситуацию на востоке Украины, а именно план бывшего генсека НАТО Андерса Фограсмусена. Он предлагает отправить на Донбасс 20 тысяч миротворцев из стран, которые не входят в НАТО, например, из Белоруссии и Бразилии. Возглавить же миссию Расмусен предлагает Швеции. Ну и, конечно, поговорят на конференции о выполнении минских договоренностей. На полях запланирована встреча министров иностранных дел нормандской четверки. Главные дипломаты Германии, Украины, Франции и России проведут переговоры завтра поздно вечером. И это будет первая встреча квартета после долгой паузы. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».